Mira, porque escucha, en la playa en el cielo van a jugar con su amigo. Mira, solo el grupo de su amistad con su amistad es venir from the Vaishnavas in that direct way. This is our great fortune to be started by the way. Sri Ramana Bhagavata Swami was very humble person. He said in Sri Chaitanya Charitamrita, Vaishnavara Dinti Karana Nahi Parikani Sabi Krishna Bhadipari Aimam Prajani. That Sri Ramana Bhagavata Swami, he never used to let any criticism of a Vaishnava go into his ear. But rather, we always absorb in hearing the Naam Rupa Guna Lila of Radha and Krishna, Gauranga Mahaprabhu. Thank you. Thank you, Padre. Сегодня очень важный день, сегодня Чарапас находится в Рагуната Даса Госвами и Кришна Даска Раджа Госвами. И сейчас Гурудева прославляет Шилу Рагуната Бата Госвами, в чьей линии явился наш Шри Чудалал Батаджи Прабху. И Шрила Рагунат Бата Госвами славился своим удивительной способностью рассказывать Шримад Бхагаватам, пропевая все шлоки на распев в разных рагах. И все госвами наши обожали приходить слушать по Шримад Бхагаватам из лотосных уст. И чем он еще славился? Своим смирением. Он никогда не позволял никому рассказывать критику в адрес вайшнава. Он не допускал критику в адрес вайшнава в свои уши. И если ему что-то говорили про вайшнава, он говорил, все совершают бхаджану, кроме меня. И он был поглощен медитацией и размышлениями на трансцендентные качества Шри Кришны, его лилы, его спутников. Таким образом он проводил свое время во Вриндаване. И Ачюта-лал Батаджи преемник этой традиции прославления Шримад Бхагаватам. Нам чрезвычайно удачно, что у нас будет возможность в течение священного месяца Картика слушать Харипатху из его уст. Кришна Дас Кавирадж Госвами, прославляя Рагуната Бата Госвами, подчеркивал, что Рагуната Бата Госвами не допускал критику в свои уши. Ни про кого. Только табу для вайшнавов слушать критику от других. So he was used to say, everyone is doing bhajan except for me. I've done. So, we are very fortunate that I want to discuss our very dear children. Thank you so very much. To continue with the Srimad Bhagavatam. He's discussing the first canto, I believe chapter 17 at the moment, but on the first day of practice. Now he's going through each verse, each word, word by word by word. But on the first day of Kartik, we'll begin like Bhagavad Sataha, but over 1 month. Try to hear complete Srimad Bhagavatam in 30 days. So it will not be word for word and verse by verse, but the essence, the sar of each of the Pakyans, the histories, and the instructive pastimes of the various guru devotees throughout Srimad Bhagavatam, and of course the pastimes of Sri Krishna in the Tenth. И по беспричинной милости Шри Гуру Гуранги у нас будет эта удивительная возможность провести месяц Картику, слушая из лотосных уст Шри Ачюта-лал Батаджи. Он сейчас, сегодня он будет рассказывать первую песню Шримад Бхагаватам, 17 главу. Сейчас он подробно по слову, каждому шлоке идет. Но как только начнется первый день Картики, он начнет Шримад Бхагаватам с первой песни. Мы не сможем за месяц уложиться, услышать все 12 песен Бхагаватам по каждой шлоке, но он передаст сар, эссенцию Шримад Бхагаватам. У нас будет вот эта возможность за 30 дней услышать 12 песен Шримад Бхагаватам. Jai.
plays a very auspicious day. It is the disciples day of the Shri Ramana, Goswami Ramana, Das Goswami, as well as Shri Das Kavali. Сегодня особенный день, трансцендентный день божественного ухода из этого мира Шрилы Рагунатха Бхатта Госвами, Шрилы Рагунатхи Даса Госвами, Шрилы Кришнадас Кавираджа Даса Госвами. То есть очень важный день сегодня. Сейчас вы услышали из уст достопочтенного Шри Прембраджана Прабху о славе, величии и вайшнавате Шрилы Рагунатха Бхатта Госвами. You will get everything and you will understand everything
What is sadhya? That is the aim of both. And what is how can we achieve it? The process of achieving it. Внимай, Панча сказал так, Пан Миша, все, что тебе надо знать, это что нужно повторять Маха-мантру, эту удивительную мантру, которая состоит из 32 слогов, 16 имен и 8 пар святых имен. Если ты повторяешь Хари Кришна Маха-мантру, ты поймешь и садью, и садану, в ней содержится все. Давай повстречаемся позже в Каши, в Варанаси. Отправляйся туда, и я тебя там позже увижу. Мы дальше продолжим эту беседу. And the Shri Mahaprabhu returned, she returned to Navadvip, and there, after that, she invited to the sannyas, the renunciation of her life. Уже Нимай Пандит вернулся в Навадвипу, и через какое-то время, через какие-то годы он принял монашеский образ жизни, саньясу. Прошли годы, Чайтанья Махапрабху странствовал по всей Южной Индии в течение 6 лет. После этого он прибыл во Вриндаван, и покинув Вриндаван, он повстречал, не во Вриндаване, он повстречал Тапан Мишу и его сына, будущего Рагхунатха Пату Госвами. Возвращаясь из Вриндавана, Махапрабху посетил Варанаси, и там он провел около 2 месяцев, главным образом общаясь с Тапан Мишрой, обедая у него. Юный Рагхунатх Бхата сильно привязался к Чайтанье Махапрабху и жаждал сопровождать его в Джаганнатхапуре, но Махапрабху дал ему наставление, заключающееся в том, что ему необходимо исполнить свой сыновий долг, продолжать заботиться о родителях, и только когда Кришна сам заберет вот этот долг у него, то тогда он сможет отправиться во Вриндаван. Три наставления дал Чайтанья Махапрабху. Ухаживай за родителями. Первое наставление – заботься о маме и папе. Изучай Шримад Бхагаватам в компании Вайшнава. And the third instruction was, do not marry. И не женись. Третье наставление. Do not think of the get the wife. Оставайся в брамачари, изучай Шримад Бхагаватам в общении с вайшнавами и ухаживай за своими родителями. Это три наставления дал Махапрабху. Еще. Матапатасана. Шримад Бхагаватам, Вайшнава Дхарма Абхиян, Вимахапрабху. Три инструкции. Then, when she disappeared, then she, Ramana Goswami joined Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannathpuri and remained there in this way. And in the instruction of her, she all Antaras of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he remained for a long time with Sri Chaitanya Mahaprabhu and then he came to Sri Ramana and there. Позже, когда
Мишра покинул этот мир, Рагунат Бата отправился в Джаганат Капури, там он проводил много времени с читанием Махапрабху с его ближайшими Антаранга Парикарами, он понял Антарасу, и позже он отправился во Вриндаван, где он совершал баджану под руководством Шри Рупы и Сананды Госвами. That was 16 hands long, and the rope that was used to catch or to lift Shri Jagannath Prabhu for Rath Yatra. We gave that rope also, and while Shri Raghunath Bhatt Goswami was in his bhajan, or he was doing his niyam, then he bore it in his neck. И на прощание Чайтанья Махапрабху подарил ему трансцендентные такие сувениры, махапрасадную гирлянду Господа Джаганната, которая была длиной 16 локтей, и тулоси мала, которая была очень большой. И также подарил специальную веревку, которую обматывают талию Господа Джаганната, когда он путешествует во время Радхаятры, и во время баджана Рагунатха Бхатта Госвами всегда одевал себе на шею эти подарки от Махапрабху. By the inspiration of Shri Chaitanya Mahaprabhu, the rest I Goswamis installed Shri various swarup of Shri Krishna. As Shri Sanatana Goswami, Vashikar, Madan Mahaji, Rupa Goswami, Govindek, Ravana, Das Goswami, Vridhakishana, and Gopal Bhatt Goswami, Shri Radhanatha, before. And Shri Jiva Goswami, Shri Radhakrishna. But the main thing is that Shri Chaitanya Mahaprabhu did not inspire Shri Raghunath Bhatt Goswami to worship any deity, but he has given him Shiva Bhagavatam. И что любопытно, что вдохновленные Чайтанья Махапрабху, уполномоченные им, наши пятеро Госвами, они поклонялись разным виграхам. Рупа Госвами разыскал Говиндаджи, Сананда Госвами разыскал Мадан Вахана, Гопал Бхатта Госвами Радха Рамана, Джива Госвами поклонялся Радха Дамодару, Шрила Рагунат Дас Госвами поклонялся Гирирадж Шили, который ему подарил Чайтанья Махапрабху. Но Махапрабху не вдохновлял Рагуната Бхатта на поклонение Виграхе Такурджи, а подарил ему свой Шримад Бхагаватам. Это стало его Виграхой. In my family, Shri Srimad Bhagavatam is worshipped just like Shri Srimad Bhagavatam, Shri Krishnachandra Srimad Bhagavatam. And we should not have any difference between Shri Srimad Bhagavatam as well as Shri Srimad Bhagavatam. С тех пор в традиции нашей семьи мы не делаем различия между Шримад Бхагаватам и Виграхой Кришны и Рада. Мы относимся к Шримад Бхагаватам так же трепетно, как к Кришне. So in this way, in that shape, this is the pastimes of Shri Raghunath Bhatt Goswami. Raghunath Bhatt Goswami Pahavi Ki Jai! Это краткий обзор Дживан Чаритры прославления Шрада Пушпанджали Шри Раghunath Bhatta Goswami. Now you will remember some pastimes of Shri Raghunath Das Goswami. Сейчас я хотел бы прославить немножко Шри Раghunatha Dasa Goswami. Shri Raghunath Dasa Goswami was a landlord, son of a landlord. Он был из очень состоятельной семьи, землевладельцев. Shri Govardhan, as well as Shri Hiranya Hiranya Govardhan was his father's elder brother, and Govardhan was his father. Состоятельного землевладельца, у которого был старший брат Хирани. Они были оба такими деловыми коммерсантами. And he was the landlord of a great field of great farms. У них им принадлежали огромные территории земель, целые провинции, которые они сдавали в аренду. Shri Raghunath Bhatt Goswami, Shri Raghunath Dasa Goswami, met Shri Chaitanya Mahaprabhu twice.
once while Shri Mahaprabhu reached proceeding to Shri Vrindavan at his first Vrindavan Yatra, then he met him. Первый визит во Вриндаван, Вриндаван Ядру, они повстречались. И позже он снова встретил его. Прислушался к наставлению Чайтаньи Махапрабху и вернулся домой.
There was a very funda on temple, family temples. And there, once the priest or pujari did not kiss, appear. Семья Рагуната Даса поклонялась Дурге Деви. У них был целый храмик для Дурги и был нанятый пуджари, который там работал, служил. И однажды утром он не пришел совершать пуджу. Шри Рагуната Даса Госвами, with his guru, Шри Джагнана Ачарь, he proceed just to call up, the priest. Да, пуджари. И обеспокоенный тем, что пуджари не пришел совершать утреннюю пуджу, гуру Рагуната Даса Госвами, Йогананда Ачарья попросил Рагуната Даса помочь ему пойти поговорить с этим пуджари. И вместе очень рано утром они пошли в дом пуджари. And he said to Йогананда Ачарья, that Guruji, you need me. Now you go to your home and I will call the pujari. Со мной, я сам его притащу сейчас сюда в храм, вы идите, все будет хорошо, я позабочусь обо всем. И Рагунат Дас Госвами воспользовался этой возможностью, то что дело было рано утром, и никто бы его не искал, и он просто убежал оттуда из автограмма и побежал. Три дня напролет он бежал, не останавливаясь. И на последнем издыхании добежал до Джаганнатха Пури, прибежал к лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху. In this way, he was caught by the soldiers or by the guards of Shri Hiranya Gauri. Это не было первой попыткой сбежать из дома, но каждый раз, в предыдущих раз, его ловили стражники, которых посылали родители, они его находили постоянно и силой возвращали домой. And there in Chaitanya Shri Chaitanya Mahaprabhu welcomed him and he accepted. В этот раз он бежал уже прямо через джунгли, он не шел главными дорогами, где его могли найти, и через джунгли бежал и прибыл к Чайтанье Махапрабху. В этот раз Махапрабху принял его, увидев, что вайрагья уже его истинная, искренняя. Рагунат Дас Госвами was only a very fond of vairagya. And previously, his father sent some money continuously regularly to him, and he was always using it to serve the Vaishnavas, and sometimes he was offering his bhiksha to Shri Chaitanya Mahaprabhu. И с тех пор Рагунат Дас Госвами стал Шри Джаганнатха Пури. Отец, когда узнал о том, что сын все-таки сбежал, он помогал ему финансово, он посылал ему деньги. На эти деньги Рагунат Дас Госвами устраивал пиры для вайшнавов, угощал Чайтанью Махапрабху, давал ему денежку. То сам он был очень аскетичным. So though Chaitanya Mahaprabhu was not was disliking it, even then he did not refuse. Махапрабху коробило немножко то, что Рагунат Дас принимает деньги от отца материалиста, но он ничего не говорил, принимал все, что все подношения, которые делал ему Рагунат Дас Госвами, и выжидал. And seeing his neutralness, Shri Рагунат Дас Госвами has stopped accepting the money that is coming from his father, and he reached out to offering the bhiksha to Shri Chaitanya Mahaprabhu. And once Shri Chaitanya Mahaprabhu asked. И Рагунат Дас Госвами со временем почувствовал, что неправильно принимать деньги от отца, и он перестал принимать эту финансовую помощь. Ну и уже не смог никого угощать просадом, пирами, уже не смог ничего подносить Чайтанье Махапрабху. And Shri Mahaprabhu asked that so many times has passed, but how there is no invitation for bhiksha from
the side of Raghunath Das. Has he spotted? И со временем Махапрабху спросила, что происходит, почему так давно Раганат Дас нас не приглашает на пир? And when we say yes, yes, it's complete. And Mahaprabhu was very much happy. And he gave a comment that we should, if a person take the unoffending grace of a Vishayi person, then his bhajan will be true. And the both, who will take it and who will give it, both will not get the result. И Махапрабху очень обрадовался и прокомментировал, что когда кто-то принимает помощь от обывателей, материалистов, он не сможет памятовать о Кришне. Вот эта еда, и тот, кто дает, и тот, кто принимает, никакого истинного трансцендентного блага не получит. И это вредит баджану вайшнава, когда он полагается на благотворительность обывателей. Then she Махапрабху спросила, что он теперь делает, как он питается, как он выживает без помощи. And somebody informed that he is standing on the gate of Shri Jagannath Mahaprabhu. Jagannath Prabhu, they are the Swiss Prabhu, and there he is asking, begging. And Mahaprabhu became very, very much perturbed and said, no more, it is not a proper thing. И когда Махапрабху осведомился, ему доложили, что он сейчас просто просит подаяние там у входа в храм Джаганнатха, ему дают что-то, на это он выживает. И Махапрабху сник прямо так, ему грустно стало, он подумал, это тоже не то, так не надо вайшнаву вести себя. And Махапрабху said that begging is just like a tendency of prostitution. That, but this person will come and it will give me some money, just like a prostitute. So it is not wrong. Махапрабху не одобрил и такое поведение. Он сказал, это подобно поведению проститутки, которая выжидает, какой клиент ей денежку какую-то даст. А вайшнав не должен так себя вести. Then Shri Raghunath Das has left that attitude, that effects. Со временем Раганат Дас Госвами сам прекратил собирать подаяние. And sometimes from the drain of Shri Jagannath Mandir, where the floor is washed and some grains was coming from that drain, he put it within his palm or in his cloth and just taking it. Those Shri Jagannath Shah, that was just washed away. He was eating that. And Mahaprabhu was very, very much happy. See, this announcement of Shri Raghunath Das. Со временем он уже не просил милостыню. Но что он делал? Он подходил к водостокам, которые выходили из кухни, которые готовили для Господа Джаганнатха, подставлял ладони или одежду и ловил рисинки, которые стекали там с пола, с кухни, когда они мыли пол, и вот этот старый рис вымывался на улицу, он ловил его и ел теперь вот это. И когда Махапрабху узнал об этом, его сердце просто растаяло от радости, потому что он был восхищен вот этой удивительной вайраги и Рагунатха Даса Госвами. Sometimes some grain, some chaff, that was ruined and that was left. And even a cow is not taking it. And it is giving a bad smell. Shri Raghunath Das Goswami took it and just washing it. And the upper portion of those rices, he washes it. And the hard portion of those rice, he just drying it in the sunlight, and he takes it. Раганат Дас Госвами стал настолько аскетичным, что он собирал даже сгнивший рис, от которого воротили носы коровы. Даже коровы не хотели подъедать эту уже старую еду, этот просад. Или... А он собирал этот рис, мыл его, снимал шелуху, высушивал уже твердые зернышки на солнце и вот этим питался. And then, suddenly, one morning,
Sri Chaitanya Mahaprabhu reached to his heart. At that time, Sri Ramana Das was taking prasad. That the waste prasad, he was taking it, and Mahaprabhu forcefully took one for the head of it and he ate. Когда Рагунат Дас собирался положить в рот пригоршню этого старого, никому не нужного риса, Махапрабху подкрался к нему и силой выхватил у него горсть этого риса и сам стал его есть. Handed over him to Shri Swamudamana. И Махапрабху, Рагунат Дас Госвами пришел в полный шок. Он в ужасе кричал: Махапрабху, это непригодно для вас, это гнилье. Но Махапрабху все равно радостно уминал этот рис. Потом он ухватил крепкого объятия Рагунат Дас Госвами и поместил его под покровительство Свамудамадара, чтобы тот стал его наставником. С тех пор Рагунат Даса звали Сварупер Рагунат, что Рагунат, принадлежащий Сваруп Дамадару. После ухода Чайтанья Махапрабху Сварупдамадар тоже не выдержал разлуки, Радхаятри, он тоже покинул этот мир. И после этого Рагунат Дас Госвами остался без духовного покровительства, чувствовал себя полностью одиноким, и он отправился во Вриндаван. То есть изначально он уже не хотел жить, но встретив Рупу и Санатана, которые радушно приняли его, окружили его любовью и поддержкой и поместили его жить на Радхакунду. И там он уже проводил все свое время. В то время это были просто джунгли, это были рощи и озеро. Еще 500 лет назад это все выглядело совершенно по-другому тут во Врадже. Тут были джунгли, тут были хищники, были львы, тигры, и часто они тоже выходили попить воды из озер. Но сам Кришна лично охранял Рагунат Даса Госвами, стоял как стражник с луком и стрелами и защищал его от хищников. Then she Rukusan told him that you are came here to serve Shri Krishna, not to take the service of Shri Krishna. И потом Рупа Госвами говорит: да что ты творишь? Ты пришел сюда служить Кришне, а получается он тебе служит. Кришна performing his duty to serve you, it is not proper. So you should make a hut or a gopha. Нашего господина служить тебе, почему он должен все время стоять тебя охранять от этих зверей? Уже сделай себе хижину и сиди там в безопасности, чтобы Кришна не волновался о тебе. Уже тогда он смастерил себе баджан кутиру и там внутри совершал баджан. Once the army came in the form of a little duck and prepared the skin. Partially, Rakhna Das Goswami and Rakhna Das Goswami, while aching, then he died also after digestion was Однажды Радика, приняв облик юной девочки в местной Браджабасе, она приготовила и принесла сладкий рис для Рагунат Даса, и он съел этого риса, и у него началось несварение желудка. Оказалось, доктор сказал, что он слишком много съел.
He was very much part in his name, in his base. And Sri Ramana always take a very few meal. That is only some curry. Always. And once a Brijbasi offered him the curry in a big leaf pot. Он очень был аскетичен и строг в своей диете, он кушал очень мало, немножко там йогурта или немножко панира, кровь. И однажды один Брачабаси принес ему огромный кувшин дахи. The power of the leaf of the Rahakun is in little one. And the power of the Shri Sakhistani, that is the place of Shri Chandavati, the leaves are bigger. Then Rahakun. So the vow was bigger. And why Shri Ramana Das Goswami saw that, oh, so big vow is there and it is full with curry. So from here, such a vow was found. А врачи все знают, местные жители изготавливают из листьев, пальмовых листьев, такие чаши, в которые они наливают что-то. И на Радакунде местные жители используют, делают маленькие плошки из листьев. А в Горе-Кунде, где Шадравали живет, там местные жители делают большие плошки. И он увидел вот эту огромную плошку шатаряженку и подумал, интересно, откуда это такая большая плошка появилась тут на Радакунде? So, the man told that it is from, it is not, this dog is not made of the leaves of the Radhakun. It is made by the leaves of Sakhistani. Then Shri Ramana Goswami became very disturbed and being angry. He told that, oh, we will not accept it. It is of the Prutipaksha. It is of the anti. И он спросил этого дяденьку, откуда такая у вас плошка интересная, большая? Тот говорит, а, это не отсюда, говорит, это Сакистали, там делают такие. И Рагунат Дасагасвами возмутился и сказал, да это антигруппировки, не будем таких дорог принимать тут, заберите немедленно. Однажды Рупа Госвами поддал Рагунатхи Дас
Богослами почитать свой сценарий Лалит Мада. В этом сценарии описывается о том, как Кришна покидает Вриндаван, и Радика очень сильно мучается в разлуке с ним. И когда Рагунат Даса Госвами прочел этот сценарий, он сам впал в глубочайшую трансцендентную депрессию, сопереживая своей госпоже ее чувством разлуки. So, see, he's in this position, critical position. Shri Rupa Goswami can regain the Dham Kering only a one act thing, and he gave it that back to Shri Ramana Das Goswami, just to correct it and make the corrections in it. И то есть, увидев состояние Рагунат Даса Госвами, Рупа Госвами перепугался, потому что Рагунат Дас Госвами просто плакал непрерывно, днем и ночью напролет. Рупа Госвами быстро написал сценарий комедии «Дан Келли Комуди» и под предлогом того, что ему нужно отредактировать ее, принес эту рукопись Рагунат Дасу и сказал: «Ты отредактируй, пожалуйста», чтобы кто-то отвлекся и прочел комедию. So, the Dan Kelly Comedy has the theme of joy. Is the joy jokes and other. So in this way, the mood of Shri Ramana Das Goswami was changed. А Дан Келли Комуди — это был сценарий комедии, то есть был очень веселый сценарий, там много шуток, радостных событий. И тут же, когда он стал читать, это вывело его из этой депрессии, он стал смеяться и радоваться. And in that mood, Shri Ramana Das Goswami himself produced the granth Dharmi Chintamani as well as Muktachari. И он тогда заразился вот этим юмором, сам уже вышел из этой глубокой депрессии и, заразившись этим юмористическим настроением, сам стал писать тоже очень веселые пьесы трансцендентные. From Muktachari to Muktachari. Вилапуса Манджали — это было завершающее произведение поэзии Рагунатха Даса Госвами, такой уже такой трансцендентный шедевр. The keenness and the wrath of Shri Ramana Das Goswami is described. Там он описывает свои возвышенные состояния, свою жажду служения, свое рвение, трепетное отношение к Шримати Радике. So having the Mansi Seva and the Bhavnishtha, Shri Ramana Das Goswami will be remembered all the time. То есть это проведено чаре, наши сопродаем говорит, они всегда будут помнить о его возвышенных настроениях. Гуру Рагунат Дас Госвами Пааги Ки. And Кришна Сарвара Дас born in the dynasty of a blind or a doctor. А Кришна Дас Кавираджи Госвами родился в семье доктора. And she То есть он уже пришел к поколениям позже Чайтани Махапрабху, уже следующее поколение за Чайтани Махапрабху. Во время Лил Чайтани Махапрабху он еще был маленьким мальчиком, и, вероятно, он видел его, может быть, но он уже застал следующее поколение, то есть он очень близко дружил и тесно общался с Рагунат Дасом Госвами, со всеми нашими вриндаванскими госвами. Shri Govinda and Shri Ramananda was separated. Some persons requested in Vrindavan
you should shastras, that you should go and have the shastra with the person. Because there was a instance in Jaipur that she, some persons said and this is this, that Radharani should not be worshipped with Shiva. Часто возникали такие споры со стороны смарта брахманов и разных, они выражали возмущение по поводу того, что в храме Говинда-дева поклонялись Говинда-деву и Радарани. Они считали, что это неприемлемо, так как Радхика не жена, не замужем за ним, не должна происходить вот это. Ну, там разные были аргументы. Кто-то говорил, что Кришна это Адвайя Гьян Парататтва, ему нельзя поклоняться в двух проявлениях. То есть один будет Говинда Дев, ему нужна там Радарани. Другие были идеи. То есть там постоянно шли споры. И однажды Шрила Кришнадас и Раджа Госвами попросили отправиться в Джайпур, там вступить в эти дебаты с этими брахманами, чтобы поспорить правоту того, что Радика по праву занимает место рядом с Кришной в храме. But Krishna Sivaraka was that much old and he told that I will not be Vrindavan and it is the mom of Shri Radharani. And after some time, Radharani accepted him to leave this farm with her. То есть, когда в очередной раз Радарани забрали с алтаря, и Вайшнавы стали просить Кришнадас Кавираджа Госвами отправиться туда, он сказал, я уже в таком преклонном возрасте, я же боюсь покидать брач Радхи уже. И это в любом случае, это просто ман Радхики, она пообижается, пообижается, все равно позже вернется, поэтому мне не надо сейчас вмешиваться туда. Кришнадас Кавираджа, what the kindness of all Госвамис and all Антарас Махшичатай Махапрабху. Он стал Крипа Патрой всех Госвами и Вриндавана, все Антарасы Читани Махапрабху. Получил очень много милости. Вриндаван Дас Тхакур, он описал лилы Шри Кришны Чайтани, Читани Махапрабху, Чайтани Бхагаватам. But she was so much attracted to Shri Nityananda Prabhu and had the flow of his devotion in the lotus feet of Shri Nityananda Prabhu that sometimes he disturbed and his ways flow went to Shri Nityananda Charitra, not for Shri Chaitanya Charitra. Бхагаватам становится очевидным, что сильная преференция Вриндава Дас Тхакура в сторону Нитянанды Прабху. Настолько он был учеником Нитянанды Прабху, настолько его любил, что иногда его сносило в стороны, уже вместо прославления Чайтани Махапрабху начиналось сплошное прославление Нитянанды. Он отклонялся от темы. Не Чайтани Бхагавата, уже был Нитянанда Бхагават у него. So that Chaitanya Mangala or Chaitanya Bhagavata was an incomplete and he could not complete it properly. То есть изначально название предполагалось Чайтанья Мангал, он сказал Чайтанья Бхагават, но он должным образом не смог завершить описание лил Чайтанья Махапрабху именно в этой гранте. Bhagavad of Shri Chaitanya Mahaprabhu and Shri Chaitanya Mahaprabhu was described very much there and very properly. But the Antivila, the last portion, last part of Shri Chaitanya Mahaprabhu was not that much described there. То есть он подробно описал лилы, которые проходили в Навадвипе, лилы Чайтани Махапрабху, лилы Нитянанды Прабху, но он не смог описать завершающие годы лил Чайтани Махапрабху. So some person requested Shri Krishna Kaviraj that we want to listen the Kambhira lila of Shri Chaitanya Mahaprabhu. That is the last portion of Shri Chaitanya Mahaprabhu, the last portion of the life patterns of Shri Chaitanya Mahaprabhu, how he spent and how he is manifested, how he manifested his patterns in Jagannath, please describe it.
Поэтому многие вайшнавы настойчиво просили Шрилу Кришнадасской Раджа Госвами описать Антилилы Читания Махапрабху, то есть те годы, которые Махапрабху провел в Джаганатхапуре. Все хотели знать об этих лилах. So description of the Shri Chaitanya Mahaprabhu was very much described, and sometimes it was not in sequence. The later thing was previously and previous was described later. And in this day, that is just a calm, dukkha, khandi, sometimes broken, sometimes without any sequence. Некоторые события в Читании Бхагават были описаны не в хронологической последовательности, то есть сбивчиво, какие-то лилы, которые происходили позже, были описаны, как будто бы они произошли раньше, но какие-то были несостыковки хронологического порядка. But he told that I cannot write, my hand is trembling, my neck is just bent, my sight is not working, I am so old. So how I can write Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Pastimes of Shri Chaitanya? Even then, if you are already doing, then by the order and by the kindness, by the power of your Ashoka blessings, I will write this Chaitanya Charitamrita. And despite the fact that Krishnadaska Raja Goswami knew Lili, Chaitanya Mahaprabhu, that he had много слушал от Рагунатдас Госвами, от группы Санатны, но он сказал, я в таком уже преклонном возрасте, у меня зрение полностью село, глаза не видят, уже спина сгорблена, руки дрожат постоянно, поэтому я считаю, что мне такая задача не под силу, но так как вы настаиваете, приказываете мне осуществить это важное задание, то я считаю, что лишь по вашей милости, благодаря вашим благословениям, мне удастся осуществить это. And in this day, Shri Krishnadas Kaviraj wrote to Shri Chaitanya Charitamrita and he manifested, he appeared, he manifested three amber. И он действительно стал писать Читание Чаритамриту и явил мне три амриты, три нектара. One amrita is the Chaitanya Charitamrita. Он явил Читание Чаритамриту. Он после этого явил три амриты, Читание Чаритамриту, нектар Читание Чаритамриту. The other amrita for nectar is Govinda Lila. Govinda Lila. The whole rupi of Shri Krishna. Ashtayamila is described in 22 sub-chapters. 22 главы Говинда Лиламриты описывают сокровенные Аштакали Лилы, Шри Кришна и Радхи. Then we wrote about Shri Krishna. Okay. And the third is Krishna Karnamba. That is Krishna Karnamba is written by Virumanga. Even then Shri Chaitanya Krishnadas Kaviraj has written its commentary by the name of Sarangarangana. And in this day, we produce three nectars. И он написал комментарий на произведение Билла Мангалдапура Шри Кришна Карнамрита. То есть свои комментарии на это. То есть три нектара числится включить за ним. So in this day, let us be blessed by the blessings of these three acharyas, Shri Raghunath Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, and Krishnadas Kaviraj Goswami. All three persons, these acharyas, disappeared today and they entered to the Bhakti Lila, Apurva Lila, and we are bowing our head in the lotus feet of Shri three acharyas to get their blessings. Великие ачарьи, которые ушли из этого мира в этот трансцендентный день, пусть они благословят нас, пролют свою милость, и мы склоняемся смиренно у их стоп в надежде обрести капельки этой милости. Шрила Рагунат Бада Госвами, Шрила Рагунат Даса Госвами, Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами. And our whole service and whole devotion is based on Guru Raghunath Sadhana.
надо всегда помнить, что мы стремимся быть истинными последователями Шри Рупы Рагунатха. Это наши маяки в бхакти. Шри Рагунатха Госвами Бхагавати. Джай! Шри Рагунатха Дас Госвами Бхагавати. Джай! Шри Кришнадас Госвами Бхагавати. Джай! Витай Гоу! Хари Гоу! Дабу? Raghunath Bhatta Goswami was already born when Mahaprabhu met Tapan Mishra in East Bengal. Yes, 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 and his one. His own. What is his age? He was a young, not so young, not so young.